Привет, друзья! В Донецке появились модернизированные РСЗО «Чебурашка». К сожалению, что именно было модернизировано, не сообщается. Скорее всего, что-то связано с системой наведения. РСЗО «Чебурашка» была разработана донецкими специалистами в 2018 году. РСЗО использует боеприпасы нестандартного калибра 217 мм, не совпадающие с советскими и любыми другими реактивными системами. Сами боеприпасы также выпускаются в Донецке. Помимо большого количества ракет, особенность РСЗО «Чебурашка» – возможность поражать одновременно две цели. Два поворотных пакета, направляющих на 64 ракеты, установлены на полноприводном шасси КРАС. Наводятся и управляются пакеты ракет с выносного пульта, аналогичного РСЗО «Град». Официально заявленная дальность стрельбы РСЗО – 10 км. Как сообщают разработчики, для создания РСЗО используются только детали местного производства. Ну, сравнить это изделие можно разве что с изделием «Ураган» российского производства. Соответственно, это и по управлению, там и по калибру, потому что, скорее всего, это изделие несколько превосходит «Ураган». Ввиду того, что это 64 ракеты одновременно залп. В этой боевой части маленькой 1100 осколков заданного дробления. Угу. То есть он не чудовищно фугасный, но он суперэффективный по осколкам. В плане рассеяния, допустим, можно заложить разные интервалы, то есть от полсекунды до 5 секунд между выстрелами. Это все оригинальная программа написана. Специалисты наши рисовали, писали оригинальную программу. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр. Мы осветимся.